Столичные оперативники задержали аферистов, которые пытались заработать на доверчивых предпринимателях. Бизнесменам они обещали помочь выиграть крупный госзаказ на строительство, а за свои услуги требовали так называемый откат. В последнем случае это было 48 миллионов рублей. За что вы их получили? За подготовку, техническое сопровождение, участие в тендере, на участие в аукционе. Деньги передавались под контролем полицейских. 1,5 миллиона рублей – это был лишь первый платеж, который обеспечивал начало работы с документами. Позднее задержанный в метро молодой человек согласился на сотрудничество и вывел полицейских на своих сообщников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемые представлялись влиятельными людьми с обширными связями в правительстве Москвы. Как сообщают в МВД, сейчас эта информация проверяется, но по предварительным данным, в действительности никакими связями мошенники не обладали.